Всем привет, друзья. Посылка нужна в хозяйстве. За доллар 3 леечки. Вот. Простенькая. Для разных нужд. Ну, самое обычное. Может быть, в принципе, и у вас на местном каком-нибудь рынке, базарчике тоже будет за доллар 3 леечки. Но мне так попалось как раз по акции. Я решил взять. Ничем не жалею. Тем более, что, представляете, за доллар тебе ее привезли с самого Китая и отдали лично в руки. Ссылочка на лейки будет в описании. Я не знаю, как ее обозревать. Но лейка из такого хлипенького пластика. Обычная простенькая лейка. Написано, что выдерживает кипяток и выдерживает холодную воду, а больше ничего как бы и не надо. Обычно лейки нужны для чего? Чтобы что-то налить в мелкое горлышко. В общем, такие вот дела, народ. Ссылочка в описании. Я на этом прощаюсь. Всем пока.